Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Да, у нас внезапно звукоусиление есть. Хорошо. Это, это, это прекрасно. Мы приветствуем всех в Центре славянских культур. Сегодня у нас в зале не так много людей, но я надеюсь, что э, зрителей в онлайн-пространстве достаточно, потому что тема очень интересная. В рамках месяца сербской культуры мы сегодня встречаем у себя в гостях Евгению Шадько, филолога, балканиста, сербиста, литературоведа сотрудника Института славяноведения Российской Академии Наук, который сегодня расскажет нам о литературе балканских стран. В первую очередь Сербии, но я так понимаю, что кого-то еще вы затронете. Я думаю, что я кого-нибудь еще обязательно упомяну, потому что на протяжении истории это было некое единое пространство, как минимум хотя бы славянское, то есть такие славянские Балканы сегодня у нас будут в теме. Но начну я, конечно, отталкиваться от сербской. Насколько это вообще возможно за такое краткое время? Так вот немножечко галопом пробежимся по тем темам, которые не так легко, скажем, найти и которые обычно всем лень искать, а если даже найти, то это довольно э, сухим языком написано, поэтому постараюсь сделать это весело. Я надеюсь, что это будет мне это страшно интересно, надеюсь, что будет интересно и вам. А, вообще начинается любая славянская литература, естественно, со средневековья, с э, культуры, которая развивается с одной стороны продолжающая развиваться так называемая условно народная культура она же там, в тот момент языческая, но как бы начало культуры с большой буквы К мы начинаем с все-таки христианизации, поэтому вот значит истоки древней древней сербской культуры лежат в во время христианизации это 867 по 874 года здесь надо сказать о том что на тот момент сербское население расселяется довольно широко и часть земель находится под влиянием так называемого латинского образца христианства а часть там ближе к византии территориально находится соответственно получает влияние византийское. То есть в принципе на этих территориях довольно длительное время в связи опять же с разными историческими событиями, Буду сталкиваться как бы две традиции. Понятно, что там на момент 9 века мы еще не можем говорить о том, что есть там, католичество, православие и так далее, но некоторые тенденции расхождения уже присутствуют, поэтому как бы об этом имеет смысл говорить. И письменность, естественно, вся славянская начинается у нас с Кирилла и Мефодия, про которых все наверняка слышали. Долго говорить здесь, наверное, я не буду. Единственное, что скажу, э, об этом часто забывают, что Кирилл и Мефодий отправились в миссию все-таки в Великую Моравию, там, Условно, современная Чехия, так если грубо говорить. И уже оттуда эта традиция э, и переводы, которые были сделаны частично там, э, вернулись обратно на Балканы. То есть, как бы, два человека из, из современного города, Салу Фессалоники, тогда Салунь, отправились сначала к Чехам, и уже их ученики принесли это знание как бы обратно. То есть это не было напрямую вот э, здесь. Не то чтобы вот Греция, а вот Сербия. Да, да они круг, рядом, круг, но круг, вот такой кружной путь. Да, кружной путь такой. Да, абсолютно. И надо еще сказать, конечно, что как раз то, что изобрели Кирилл и Мефодий, это глаголица. И она как раз вернулась сначала глаголическим письмом. И то, что там, сегодня называется кириллица, это чуть более позднее образование, возникшее уже в, на территории Болгарии. Просто в силу удобства, как раз здесь сыграла географическая близость с Грецией и просто как бы была, был модифицирован греческий алфавит для удобства, поскольку к тому моменту славяне уже пользовались письменностью греческой, то есть они там писали, пытаясь приспособить греческий алфавит, вот они до конца его приспособили, использовав наработки в том числе Кирилла и Мефодия в смысле принципа передачи звука. Но, но вот это получается есть исконный наш балканский алфавит. Кирильца. Ну как бы да, хотя тут тоже надо еще оговорить интересную вещь, что в Хорватии, например, тоже как раз вот этим кружным путем да пришла графика, и во многих монастырях глаголица использовалась вплоть до конца XIX века. Поэтому как бы, ну нельзя опять же однозначно говорить, и здесь каждый регион нужно рассматривать в общем-то отдельно. Но, конечно, вот этот хорватский случай с глаголицей он прям редкий и довольно малоизвестный. В основном, конечно, кириллица она как бы проще, ближе, распространеннее, да. Вот. А латинская графика, которая сейчас, там, например, в той же Сербии используется как вторая альтернативная, эм, ее развитие связано уже с событиями там, эпохи Возрождения и более поздними. Опять же, там, в современном мире понятно, что латиница постепенно там, как бы забирает свои права просто в силу того, что так развивается эти технологии. И это просто проще и быстрее. То есть ты берешь телефон, в нем латиница предустановленная, поэтому понятно, что как бы, есть и эти тенденции тоже. Вот. А, пойдем немножечко дальше по каким-то изучаемой средневековую литературу. По, опять же, тут тоже надо говориться, что средневековая литература не не та литература, которую мы считаем ей сейчас. Это в основном богослужебные тексты. Это тексты, у которых есть конкретная функция. И в общем-то творчество там есть, но оно эм довольно узкая, все равно есть некое следование определенным правилам, жанрам и так далее. То есть говорить о том, что это там, авторская какая-то литература да, с полной свободой фантазии, конечно, еще мы не можем. Тем не менее, условно это считается как бы началом, это даже называется, это начало древнесербской письменности. И вот в рамках Средневековья мы говорим в первую очередь о письменности. И сначала это, конечно, в основном богослужебные тексты, чуть позже появляются уже и историографические сочинения, и какие-то сочинения, которые не пересказывают что-то, а наоборот фиксируют уже свою там, сугубо сербскую историю, например. И для сербского а географического жанра, то есть для житийной литературы, характерно, что как только образовалось сербское государство, это Стефан, Первовенчанный, это Святой Сава, такой прям самый расцвет средневековой сербской культуры, в это время начинается житийная своя литература, которая все-таки уже начинает отходить от канонов. Во-первых, это жития ä, правителей, которые потом будут канонизированы. То есть сначала канонизирован только Сава, чуть позже его отец и брат еще чуть позже. Um, но это жития, которые заодно еще и оправдывают их право на престол. То есть это опять же не в чистом виде святой человек, который прославился своими делами. Да, это человек, который прославился своими делами, но это заодно и ä, обоснование их права на то, что они правители. Скажем так. И опять же, до где-то 13 века вся письменность южнославянская, можно говорить о том, что это единое некое культурное пространство, потому что нет еще такой разницы между языками, все это читается абсолютно прозрачность между разными школами, там опять же Охридские монастыри, те же самые Косовские монастыри, Афон, все это происходит в рамках единого языка письменности. Поэтому в этот момент мы говорим как бы об общем неком фонде текстов. Вот. Можем отправляться немножечко дальше, где-то в 13-14 уже начинает формироваться язык, который так или иначе уже в нем заметно влияние, что это именно сербские тексты, да, то есть мы уже можем определить по определенным грамматическим формам или манере написания, что это все-таки на территории Сербии написаны тексты, это как бы тоже не всегда легко определяется. И как раз, да, это время расцвета царства, и тогда же происходит отделение сербской церкви от византийской. То есть все еще есть большие контакты, все еще есть довольно сильное влияние, но как бы Сербская история начинает уже идти своим путем и в этом вопросе. Про святого Саву хочется сказать чуть больше. Вот он святой Сава. Он писал и исторические тексты, и размышления, и религиозные трактаты. Еще он служил на Афоне и он добился независимости хиландарского монастыря, который впоследствии для сербской культуры станет таким местом хранителем традиции и очень, ну то есть дошло вообще мало текстов, и они дошли, пожалуй, только потому, что они сохранились там. Потому что большое количество архивов горело, было большое количество войн, мало что уцелело и в сербско-турецких противостояниях и позже. Поэтому вот все, чем мы владеем, в общем-то, сохранилось благодаря ему. А еще он известен тем, что он написал первый сербский закон, который использовался как абсолютно актуальная правовая норма вплоть до там, от, вплоть до выхода э, сербских земель из состава э, Османской империи, то есть до конца XIX века. А, и что еще интересно, что с одной стороны этот закон базировался на э, древнегреческом праве и на, на его нормах, но при этом там были элементы и прецедентного права. То есть он приводил конкретные примеры, что вот, вот этот человек, крестьянин, совершил такое-то преступление, мы его так наказали. Посему давайте людей, совершивших аналогичные проступки, наказывать аналогично. То есть э, он был прям очень, э, очень обгонял свое время, скажем так. А интересно еще, что его брат, э, Стефан Первовенченный, его прозвали первовенченным, потому что он был первым, э, кому, кого признала римская церковь. То есть пока Сава налаживал отношения с Афоном и византийской традицией, его родной брат налаживал отношения с Римом и настолько их наладил, что Рим дал ему право быть правителем на своих землях. Вот. Получается, что законы Святого Савы действовали 600 лет. <таспорщик> Где-то так, да? Да. Понятно, что нужно оговориться, что там большую часть из этого времени сербские земли, ну, то есть они сначала были в царстве, потом они были раздроблены и были разные эм, государственные образования. Затем они попали под эм, влияние османской империи, дальше они входили в его состав, но тем не менее на местах все равно вот обращались к этому праву. И многие, кстати, данные, которые у нас есть о языке. Эм, там, древней сербской редакции, мы узнаем что-то понятное из житийных текстов и их списков, и в том числе из переписи закона. И еще видно, как переписывался закон, и как он дополнялся со временем. Потому что появлялись какие-то новые условия, да, и вот он дополнялся. И в этих переписках, конечно, видно, как еще язык развивается. То есть это еще и для лингвистов большой кладезь, не только для юристов. Вот. Дальше, соответственно, мы переходим с вами постепенно в XIV век, когда в конце, значит, в 1389 году происходит Косовская битва, очень важное событие для сербской истории и для сербской культуры тоже. Почему это важная битва? Потому что это первое массовое противостояние сербского населения османским захватчикам. И до сих пор ведутся споры, кто выиграл, непонятно, кто выиграл. Потому что оба, оба предводителя, Лазарь и Мурат, I погибли во время битвы. Традиционно считается, что значит Сербы считают, что они победили в этой битве пускай все умерли, но победили. Османская сторона считает, что победители, конечно, они. Вот. Тем не менее, это такой первый пример массового противостояния, и в дальнейшем народная культура будет развивать эту тему очень сильно, существует большое количество народных песен, легенд, сказаний. Каких-то просто пересказываемых сюжетов, которые там до сих пор возникают и в литературе, и, в общем-то, вот в народных песнях. Вообще, кстати, можно покомментировать? Да, да? Да. Обычно битва на косовском поле, вот, в том контексте, к которому я привык, uh -huh. воспринималась как поражение сербов. Но, uh -huh. но получается, что это можно рассмотреть как победу, в том ключе, что турки ушли на время на время. Вот Они потом вернулись. Да. В этом и спор, что как бы с одной стороны она не стала какой-то переломной и она не поменяла историю и нет такого, что после этого сербы зажили счастливы себе сами. Нет, но то есть она, конечно, кровавая с большими потерями, но во-первых было несопоставимо количество. Э, там ос османской армии и сербских там чуть-чуть собравшихся ребят, грубо говоря, то есть в этом заслуга и потому она такая героическая, и потому это такой впечатляющий сюжет, который там до сих пор воспевается, поскольку, ну вот даже понимая, что их там в десятки раз меньше, они все равно на это пошли и все равно продержались достаточно долго, настолько долго, что даже предводитель вра враждебной армии был убит в этой битве как бы вот в этом как бы победа моральная. То есть здесь получается, что фактически это все равно поражение, вы совершенно правы. А с другой стороны, с точки зрения какого-то патриотического духа, это абсолютная победа. Потому что вот настолько это важно, что никто не побоялся, не убежал, не опустил руки и выстоял до конца. Ну, выстоял. Ну, выстоял, да. Как смог. Духом выстоял, да. Сейчас будет рекламная пауза небольшая, потому что у нас через два дня будет как раз встреча по Косовской битве. Ой. И про князя Лазаря. О, что Поэтому... здесь рассказывает. Нет, нет, вы правильно. Закидывайте удочку, закидываете. Скай люди приходят к нам. В 7 часов. Через 2 дня. 27 числа. Это пока еще можно, да? Пока можно, да. Пока можно. Вот, да. И, соответственно, вот после как раз Косовской битвы начинают появляться уже и историографические тексты в чистом виде, то есть они уже менее религиозно окрашены. Понятно, что все равно есть много религиозной тематики, символики и так далее, но как бы вот постепенно начинает развиваться и историография, из которой потом впоследствии разовьется еще и роман, по большому счету, из этого вырастет проза. И все это время, естественно, центром образования и письменности монастырей. Да, как бы это понятно, это по всей Европе так. А в Сербии это так сильно дольше вообще говорят, что для сербской культуры характерно некое затянутое средневековье, поскольку из-за того, что они входили, часть земель входила в Османскую империю. Опять же, было еще великое сербское переселение там, в 1690 году, когда с земель, захваченных османами, большое количество сербского населения ушло на север и на территорию современной Венгрии и даже Австрии, и все равно даже вот те, кто переселились, все равно они строили свои монастыри, и именно там были центры культуры. И культура в это время развивается достаточно консервативно, то есть соблюдая все предыдущие правила. И когда во всей Европе уже там начинается возрождение, как вот в латинском мире, да, там особенно, то у части славян, например, у поляков это развивается прям абсолютно параллельно с тем, как это развивается в Италии. А у чехов и словаков, которые попали под волну протестантизма, это тоже несколько замедляется, потому что литература все равно стоит на службе у свежеобразовавшейся, по большому счету, религии или ветки религии. И она как бы служит тому, чтобы оправдать вот эти какие-то новые правила и борьбу какую-то. Вот. А в Сербии это связано с тем, что... С Османским игом, если мы можем его так назвать, вот, то есть некая консерватизация культуры. И в тот момент, когда сербские земли попадут, э, точнее, часть сербских земель вот это выводено, в основном Сад, э, когда эти земли попадают в круг э, европейской культуры там через венгров и австрийцев, э, получится, что есть как бы две ветки: есть народная культура, которая в основном э, про косовскую битву есть культура монастырская которая наоборот чтит традиции воспевает прошлое в том числе э, э, там, времена святого савы и так далее то есть такой аб абсолютный взгляд в прошлое великое потому что сейчас нечем восхищаться вроде как э, э, да то есть очень консервативно и потом из за этого у сербской литературы будет догоняющий характер то есть когда Сербия освободится, она будет очень быстро нагонять те этапы, которые не были пройдены или были пройдены лишь частично. Вот. И центрами сербской культуры в Средневековье и позднее Средневековье будут Белград, Зета, Смедерева и вот уже позже Сремский Карловцы. То есть постоянно будет это меняться, и это будет происходить из-за геополитических всяких причин. Как-то так. Давайте пойдем дальше. А, это у меня же... У меня, я все, видите, я расслабилась. У, есть созаб... у меня Там. есть пульт. А, да, значит, в, как раз... Да, я немножечко уже об этом даже рассказала. А, так что можем идти еще чуть дальше. А, да, значит, в связи с переселением сербов. Вот первое переселение такое большое. Это как раз в Воеводину и в район города Новисад. А, параллельно еще сербы расселялись очень много куда? Например, часть из них уходили и к братьям русским. И, собственно, из-за этого у России и Сербии довольно большие контакты в области культуры, в том числе. То есть, сначала на самом деле сербские тексты, сербские переводы там, важных византийских текстов, например, то есть они из Сербии приходили на Русь. А вот в дальнейшем, когда произошел упадок, и сербы потеряли государственность, наоборот, они приходили на Русь через Киево-Могилянской академии, а до того в разных наших монастырях и приносили знания, соответственно, обратно. И в то время в сербском языке появляется довольно большое количество русизмов, которые там до сих пор в языке а теперь уже нормальные слова. То есть там с одной стороны турцизмы в силу исторических событий и близости, а с другой стороны русизмы в языке культуры очень много. А правильно я помню, что у Ивана Грозного бабушка была сербка? Да, были еще династические браки, конечно, да, да, была сербка и Иван Грозный. Даже это мой любимый эпизод, что значит он подарил сербам золотой бокал, который до сих пор у них стоит в музее православной церкви в Белграде, вот как отдельный очень важный экспонат. Вот, то есть какие-то другие экспонаты экскурсоводы иногда пропускают, а вот бокал подаренный Иваном Грозным никогда, это очень важно. Просто в нашем центре мы иногда говорим о древности. Ну, на самом деле часто говорим, <свят> это наша любимая тема. А, вот. И один раз у нас был разговор по святого Саву как раз, mm -hmm. и зашла тема, что Иван Грозный сербских святых очень почитал. Mm -hmm. А почему? Потому что ему бабушка про них как-то рассказала. Вот такая была версия. И в принципе это вполне правдоподобно, потому mm -hmm. что мы знаем, что в лицевом летописном своде, mm -hmm. который в том числе Иван Грозный, насколько я помню, собственно, и... Вкладывался в создание этого уникального памятника позднего средневековья, который бы отражал историю всего мира mm -hmm. в картинках. А вот там про Сербию достаточно большой кусок. Ну так, Сербия была действительно очень крепким государством. То есть в районе где-то где век они были прям хороши и правили прям чуть ли не всем регионам. И, конечно, они были, они были прямо очень заметны. Мы просто об этом мало знаем, и нам как-то кажется, что... Опять же, если мы будем говорить про ассоциации там, с Сербией, какие у нас ассоциации? Ну, 90-е, да. Ну, как бы хорошо Югославия. До того мы обычно не заходим. А на самом деле вот там в 13 веке Сербия ⁇ это очень э, успешно развивающееся единое государство с развитой культурой и с сильным влиянием в том числе на Русь, которая там в тот момент ну, не то чтобы сильна и прекрасна. Да? А потом происходит как раз переворот, Сербы теряют независимость и наоборот приходят к, э, в том числе в Россию за... Помощью образованием ну, это да, кстати, вот переворачивается. Прям, прям совпадает, да? У нас Куликовская битва, начало освобождения, mm -hmm. а у них, наоборот, начало, начало конца. Да, да. 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 как-то так. Um, вот. И в новое время что у нас происходит? Как раз вот великое переселение сербов у нас происходит. Uh, большое влияние начинает иметь город Сремский Карловцы, uh, после него будет Новисад и Белград. В это время э, сербские знатные люди посылают как раз посольство на Русь к Петру Первому и говорят, выведи нас из Египта незнания, нам нужно как-то развиваться, а мы здесь в окружении там, чуждых народов, да, у которых и вера другая, и культура другая, язык другой, мы тут и так, в общем, страдаем, нам нужна помощь. И тогда посылают э, Максима Суворова, который организует э, греко-латинскую Академию, в которой ведется преподавание, в том числе русского языка. И вообще, то есть сербская система образования во многом идет оттуда, а инициировали ее как раз русские по, по просьбе то есть такое еще одно посольство. И потом еще там, несколько русских просветителей тоже приезжали и помогали строить школы и выстраивать систему образования. Вот. И тогда как раз образование становится там, более светским, потому что до того единственное, что было, это монастыри. Mm. В это же время появляется, ну, вот здесь сейчас сейчас будет оговорочка прям дисклеймер. Поскольку я занимаюсь Павичем, я придерживаюсь его точки зрения, мне приятно с ним соглашаться, поэтому вот был э, э, Гаврила Стефанович, Стефанович Венслович, который писал, э, был, вообще работа его основная была переписчиком. Э, он сидел в городе сент эндер это он сейчас так называется, а сербская версия Сент-Андрея. Это город недалеко от Будапешта. И он там переписывал разные книги. В какой-то момент он осмелел и начал писать комментарии к тому, что он переписывает, и даже какие-то стихотворные произведения. Основываясь на этом, Милорад Павич говорит, который, кстати, историк литературы сначала, а потом уже автор художественных произведений. Вот он говорит о том, что это первый сербский поэт. Другие литературоведы сербские не соглашаются с этим, поскольку это ну, такие еще пока не до конца авторские стихи, это все-таки переложение. Ну, то есть здесь как бы вопрос всегда про поэтический перевод, насколько он переложение, насколько туда вкладывается автор, насколько он подстраивает это, то есть он это просто осознает и передает смысл иначе, или он все-таки старается соблюсти еще там ритмику и так далее. опять же традиции на тот момент никакой не было такой, никаких правил переводческих, что мы обязаны вот это соблюсти, а это можно не соблюдать, это как бы этого еще нет. поэтому здесь сложно, в общем есть такая двойная версия: то ли он первый поэт, то ли он первый, кто пытался. вот. то ли переводчик с фантазией. то ли переводчик с фантазией, да, да, есть такое. и в это же время это, получается, такая сербская эпоха какого-то, наверное, становления. Появляются великие сербы, которые уже не... То есть для того, чтобы им быть великими, им не нужно родиться в династии Немонич, да, и быть святым Савой и так далее. И когда уже просто человек может достичь каких-то высот, скажем, в обход церкви или династических связей. Вот, например, Досифей Абрадович, второе имя у него Дмитрий известный сербский просветитель, который э, начал свое образование, как водится, в монастыре, куда же ему еще было податься. В какой-то момент он разочаровывается в церковной иерархии, сбегает из монастыря, а очень много путешествует по миру. Он был в Лондоне, ему там очень понравилось. Он читает все современные романы и говорит, что за романами будущее. Всем нужно срочно читать романы, потому что это самый легкий, интересный способ получать образование. Ты читаешь некий интересный сюжет, параллельно получаешь знания о мире, очень же круто он всегда восхищался русской культурой, даже был в России. Помимо этого он жил какое-то время в Вене, в Константинополе, в общем, где только не был. Как он успел в средневековье средневековыми темпами столько всего объездить и везде пожить, не очень понятно, но вот такой был человек. Писал басни, но опять же, вот тут опять вопрос. Он басни писал, переписывая чужие. Да, то есть он, он, он это делал очень по-сербски, он их как-то перерабатывал, чтобы это было, было понятно местному населению, но тем не менее сами сюжеты были не его, это были Лафонтеновские сюжеты там, и, и так далее. Ну, то есть как это тогда и вообще... все из раз тут вообще было снято. Конечно, да. Но то есть ничего такого прям авторского в чистом виде пока еще нет. С другой стороны, на тот момент э, переводы вообще часто так и выглядели. Да? То есть очень тяжело для этого времени. Нет понятия плагиат вообще, и как бы об этом никто не думает. У нас понятие автор только-только сложилось, потому что в Средневековье никто же особенно не подписывался, да, это было вообще неважно. А здесь вдруг, то есть человек что-то пишет, или он у кого-то что-то прочитал, переложил, немножечко переделал, осербил, и вот дальше вопрос, это насколько это оригинальное произведение. Нет ответа, тем не менее. Он же написал «Жизнь и приключения Дмитрия Абрадовича», то есть «Себя любимого», рассказывая о своих вот путешествиях, рассказывая сербам про мир, который он повидал. И когда были сербские восстания в начале XIX века в Белграде, он понял, что вот он со своими идеями, которые он рассказывает, должен собственно этим идеям следовать, и вернулся в Белград, открыл там высокую школу, это ну, зачатки университета будущего, которая, в общем, там проработала очень долго, то есть он понял, что он не может помогать в военных действиях, что он сам на баррикады не пойдет, он будет помогать так, как он может, а он просветитель. Вот он поехал в бурю событий, в гущу, и там просвещал что еще с ним интересно, что он в какой-то момент, мы помним, да, что он начал свою карьеру в монастыре. И вот в конце жизни, когда он весь этот большой прекрасный мир узнал, он сказал, что вот, ребята, книги ⁇ это главное, книги ⁇ это самое важное, а не вот эти ваши колокола и колокольчики. А чем, в общем, в очередной раз получил большое неодобрение от церкви мало того, что сбежал, потом еще и ругается. А, и это настолько как бы, известная для сербов штука, что вот а, есть сумка Шопер с этой цитатой: типа книжки, братья мои, книжки, а не, коло... а не колокола и колокольчики такой вот хулиган. Да. Вы что-то хотели спросить? Мне показалось? Я хотел сказать, что не только теоретически рассуждал, но и, оказывается, университет создал то есть перешел к практике. Абсолютно, да. То есть он как раз, э, в, то есть он говорил, говорил, как надо делать, а потом поднял свою попу, принес ее в Белград и начал делать, как сам себе говорил. Взял и сделал. Взял и сделал, да. Uh -huh. Следующий интересный персонаж того времени это Захарий Арфелин, который работал, в, естественно, получил образование, где бы вы думали, в монастыре. Вот. Он оттуда не сбегал, он оттуда просто ушел, его, его с миром отпустили, он ни с кем не ссорился. Очень ему тоже нравилась русская культура, как вообще многим сербам, сербам так часто бывает. Но Абрадович до России так и не доехал, а доехал он до Венеции, где работал в греко-сербской типографии, корректором. И даже вот в 1768 году он начал издавать первый сербский журнал. К сожалению, вышел только один номер, в этом большая печаль. Но тем не менее, это такое большое ключевое начало сербской периодики. Он там публиковал произведения сербских авторов того времени, свои собственные переводы на сербский язык, в том числе какие-то программные свои высказывания. То есть там этот первый номер был довольно большой, и он там успел выразить кучу идей. Но вот, к сожалению, так вышло, что номер был только один. И он же написал, по большому счету, биографию Петра I к вопросу о там, любви, исторической любви э, сербов к русским. Э, вообще, Петр I фигура, которая для сербов очень э, интересная, важная и вот... Модное, если мы будем говорить современными словами. И Арфелин написал такое большое исследование и такое подробное, что оно даже среди русских историков какое-то время котировалось. Понятно, что там не без ошибок, но тем не менее, это очень объемное исследование, вполне в целом достоверное. Вот. И наверняка кто-нибудь слышал про Караджича вука. Слышали? Хорошо. Да. Вот такой прекрасный дядя с усами. В Белграде есть ему памятник. Люди часто встречаются у Вука, код Вука. Если говорить по-сербски, тоже вот он сидит там ровно в такой же шапочке, с такой же тросточкой. Вот, прекрасный человек. Что с ним? он как раз придумал языковую реформу. К тому моменту, кстати, и Абрадович об этом говорил, и Арфелин даже пытался это воплощать в жизни. Вообще вот в то время возникла проблема, что есть язык, к которому все привыкли, на котором все пишут, который полон церковно-славянизмов, русизмов и так далее, и он довольно сильно оторван от того, на чем люди живые реально разговаривают, потому что язык развивается куда-то, и вот есть большое несовпадение. Как это было там, в какой-то момент между итальянским языком, который стал итальянским, в какой-то момент, да, и латынью, то есть вроде бы корни те же, все более-менее понятно, но не настолько, да, и есть уже этот барьер. Ну, как-то все рассуждали, что надо что-то делать, надо как-то реформировать, и вот Караджич предложил как, он сказал, пиши, как говоришь, вот, чё париться, в общем, зачем нам эти все странные способы, то есть он сказал, что нужно выбрать какой-то центральный диалект и писать всем на нем, вот, как есть так есть, То есть без, без всяких ну, постараться приблизить эм, этот книжный язык и сделать его понятным для, для всех, потому что как бы в этом тоже задача просвещения, а опять же на тот момент, вообще там, чуть ли не до начала XX века у литературы всегда есть какая-то задача. Она все время там или должна для церкви что-то делать полезное, какие-то тексты религиозные, или она должна вот э, всех просвещать, или она должна поднимать патриотизм, чтобы все встали на баррикады и наконец освободились от иго. То есть у литературы всегда есть какая-то такая миссия. Вот. И чтобы эта миссия была успешной, нужно, чтобы она была понятная. Потому что если вы говорите на латыни с... Там, я не знаю, с необразованным маленьким ребенком, у которого родной язык румынский, это как бы толку. Ладно, румынский плохой румынский, пример. Румынский да плохой пример. Ру, да. Э, маленький албанский ребенок, вот что он там этой латы не понимает, да, вот. Поэтому значит, нужно приблизить. Um, да. И э, его идеи на самом деле э, развивались параллельно и примерно в то же время, в которое во всей Европе развивались идеи романтизма, которые были тоже про это. То есть для всех славян романтизм очень важен тем, что он как раз помимо того, что это исключительно герой, в исключительных обстоятельствах, что это развитие определенных жанров и так, далее, и так далее, у славян это же еще и время, когда ученые, тогда вообще начинает развиваться славистика, это прям спасибо романтизму, все вдруг идут в народ, начинают интересоваться национальной культурой и думать, что как бы древние греки древними греками, но у нас же вот здесь прям есть своя культура, и она интересная. И она там, самобытная, и есть какие-то свои стихотворные размеры. Давайте их использовать, давайте их изучать, это же здорово. Вот. И Караджич занимается примерно этим же. Он тоже собирает народные песни, издает их в бешеных совершенно количествах. Часть, кстати, этих песен собранных дошли в какой-то момент до Пушкина, и он даже что-то переводил, что-то использовал в своем творчестве. Вот, и при этом Караджи себя сам не заявлял как романтика. Но так вышло, что вот его идеи, они были абсолютно в русле вот этих общеевропейских идей. Вот, такой вот крутой, большой, усатый молодец. На меня смотрит. Да? С полочки. Да. Ну, тут не очень видно. да а, хорошо. Он только на вас смотрит, на меня не смотрит. Вот. И мы тут неоднократно уже обсуждали всякие русско-сербские связи, но вот можно чуть побольше. Понятно, что Кирилл мефодийская традиция изначально, она у всех славян так или иначе общая, да, там странными путями ходящая через Чехию, но все же. А сюда же династические браки у нас будут относиться. А сюда же а, вот эти контакты между монастырями, потому что даже без относительно каких-то волн миграций, всяких разных, все равно контакты между монастырями были и в мирные времена, все обменивались опытом. Например, в Сербии известно житие Бориса и Глеба. Вот просто принесли, переписали, читали. Вот. Так же, как у нас было известно житие Савы. И в середине XVIII века на юге России появлялись сербские поселения. Вот прям целые небольшие города. Ну ладно, села. И опять же переводилась литература. Ну, в общем, это все было вот это взаимодействие, и были переводы, и опять же, этому способствовали те самые русскими организованные школы, соответственно, они же приходили с русскими учебниками и так далее. Более того, интересно еще, что, кстати, если немножко прыгнуть в современность, то в начале 20 века, когда была, наоборот, иммиграция из России, когда все бежали от революции, много белых офицеров бежало в том числе в Белград, и сербский театр вообще развивался под большим влиянием русского театра того времени. И, опять же, русская литература переводилась, и даже потом уже на другом уровне, когда там организовался, образовался Советский Союз, практически сразу начали переводить Горького. То есть это такие две разные волны. Одна волна контакта, ну, скажем, политического более, и Горький переводился, а другое дело, что, что белоармейцы принесли. То есть это вот и, и то, и то. то есть и там все смешалось. Так что так же, как в средневековье это было место контакта э, разных ветвей христианства, ну и таких потенциально образующихся на тот момент ветвей христианства, также и здесь русская культура попадала по разным каналам, и, соответственно, довольно разнообразная. Вот. Ну, здесь вы можете посмотреть, э, кто переводился, да, блок брюсов, э, добролюбов, в общем, много кто. И... Сербский комикс, который начал появляться в 30-е годы XX -го века. Как ни странно, первые комиксы были нарисованы совместно русскими и сербами. Вот, вообще. И при том, что у нас не то, чтобы мы можем говорить. Нет, сейчас мы можем говорить про русский комикс, но нет у нас такой длительной традиции. А вот сербская комиксная традиция зародилась в 30-е вместе с русскими художниками под большим их влиянием, и она не прерывалась никогда. Комикс — это вообще так, такие вот сатирические, в том числе, картинки, вот можно здесь даже посмотреть, вот так, в таком виде. То есть это абсолютная смесь, э, с одной стороны, американского Микки Мауса, с другой стороны, э, такого сербского сарказма, юмора и так далее. Эта традиция была всегда и до сих пор. Есть, например, политичный забавник, у которого долгая традиция, значит, когда на актуальные политические события реагируют в первую очередь карикатуристы, и комиксисты. И это прям абсолютно живая культура. Я помню, что там, в мой первый приезд в Белград я никак не могла понять, почему ты заходишь в книжные бестселлеры, это вот э, странные картинки. <laughs> То есть, а литература, а Андрич, а Павич, ну где же? Вот. А это просто отдельный пласт культуры, очень такой, ну, с глубокой традицией, с глубокой мыслью. И если кому-то будет интересно, вот здесь э, как раз есть ссылка, но можно посмотреть. Ирина Анастасиевич э, живет в Сербии, и она написала большую статью как раз по этому вопросу. Если кому-то подробности нужно, то вот сербский комикс Ирина Анастасиевич почитайте очень интересно. И она выставки еще организовывает разные. А может быть, кстати, да, по-моему, да. Угу. Давайте скажем, а то люди в интернетах нас не поймут. Да, давайте. Что в Доме русского зарубежья как раз вот проходит выставка, если мы правильно понимаем? Да. Связанная да, серб... с... С, с сербским комиксом. комиксом. Угу. Вот. И я понимаю, что мы так, я своей волей, перепрыгиваю сразу в 20 век, но вот давайте обсудим на мой вкус главного из одного из самых известных комиксистов современности Алекса Гаич, который, во-первых, как раз постоянно что-то рисует для вот этого поли политического весельчика для этого журнала. Параллельно он такой довольно ну, типичный представитель, потому что он закончил художественную академию в Белграде, потом он отправился во Францию в 90-е годы и в начале 2000-х он работал там, как бы сделал карьеру, потом вернулся в Сербию и вот сейчас он такой, ну можно сказать, свободный художник. А вот пример его работ. Вот он как раз рассказывал, на, когда был в Москве, о том, как вообще происходит работа над комиксом. Значит, сначала есть некая идея, потом пишется сценарий, разрабатывается концепт, некие эскизы, потом э, прорисовка всех деталей и дальше раскрашивание. И так, в общем-то, идет работа над любым комиксом, что там над сербским, уже в сербской традиции, что вот пока он работал по найму во Франции. И здесь задачи те же, что у литературы. Я почему вообще об этом говорю и почему это интересно? Потому что сначала э, все равно нужна идея. То есть есть э, такое некое общественное мнение. Наверное, сейчас уже нет, но было раньше, что комикс это такая детская история, очень простая, на поверхности лежащая, такая вот неинтересная, в то время как э, на самом деле это просто одна из форм, и вот сейчас она опять начинает развиваться, в том числе в массовой культуре в том числе нет, в первую очередь в массовой культуре, но наоборот в этой массовой культуре начинают появляться какие-то бриллианты, и все равно, то есть э, тематически э, это все равно текст, и более того это даже более сложный текст, потому что в маленьком объеме вам нужно выразить максимум. Да, понятно, что у вас есть дополнительное средство, это там, изображение, но оно тоже статичное, да? поэтому вот вам нужна достаточно емкая картинка и достаточно емкая фраза. И вот эм, тексты, которые пишет сам Гаич в своих маленьких комиксах, они очень простые, с одной стороны, бытовые фразы, но это невероятное, конечно, природонаблюдение. То есть это вот попадание, ну вот как у стендаперов бывает, это вот попадание в точную какую-то ситуацию в точную интонацию и ты прям слышишь эту интонацию это очень интересно вот и да и конечно нужно учитывать э, аудиторию и то как мы хотим к ней обратиться да то есть э, там шокировать не шокировать и так далее вот такой жанр на грани литературы и визуального искусства а, вот тоже примеры его эскизов и конкретных картинок да опять же в каждую картинку нужно еще заложить место, куда будет уложена эта фраза это должно быть не очень много и так далее и так далее. Но почему еще его фигура важна потому что помимо того что он комиксист он еще и автор первого полнометражного сербского анимационного фильма причем для взрослых то есть реально есть сербские мультфильмы детские краткие, но вот для взрослых один. Есть всего, называется Эдит и я и первый и единственный первый и единственный, mm -hmm. да, да, да. И это очень крутой мультик. Он есть в интернете, его можно посмотреть. Он есть на сербском, есть субтитры на английском. Стоит того. Что в нем круто, в том, что это Белград будущего. И это очень узнаваемый Белград. И очень интересная рисовка. Мы вот сейчас с вами посмотрим трейлер. Там будет видно. Как выглядит исторический город, то есть он э, оставляет вот эту специфику города, которая есть на самом деле до сих пор, когда у вас вместе с э, там, многовековым зданием э, сосуществует какая-нибудь очень то очень современная стеклянная, и они друг другу как-то никак не мешают, нет такого, что мы все снесли и перестроили заново, да, то есть оно просто вот здесь что-то разрушилось, мы построили новое и все. И вот в этом мультфильме оно прям так и нарисовано, э, вот, поэтому. Сейчас вот еще пример эскиза. То есть сначала прорисовывается персонаж, дальше какая-то обстановка за ней, потом происходит уже анимация. Вот теперь можем посмотреть. Какой-нибудь комментарий дайте, Обязательно. Да. Ну вот это называется Технотайс. Это изначально его комикс, который он начал делать, первая авторская серия комиксов, которая поднимала вопросы вообще футуризма, как будет выглядеть будущее, будут ли меняться люди. И в итоге он придумал историю про девушку. Как раз там было сказано, да, что обычная девушка в необыкновенной ситуации. Ну так и есть, это такой футуризм с разработкой вопроса модификации тела, что происходит в этот момент с сознанием, это если так чтобы не спойлерить ничего, потому что ну, я же не буду пересказывать сюжет. вот если кто-то любит подобные темы, очень рекомендую во-первых, это одновременно довольно универсальная история. То есть можно сделать вид, что это происходит не в Сербии, тогда все равно сюжет понятен, и все равно как бы есть эти вопросы. Но если вы в Сербии были, и вы опознаете там определенные ситуации, определенные какие-то типажи людей, узнаете улицы и так далее. То есть немножечко похоже на «Назад в будущее», когда вот мир тот же, только скейты летающие. Ну вот здесь мы видели летающие скейты, и это такая, конечно, же, аллюзия туда же. Вот. Довольно хороший мультфильм, всем рекомендую. Вот, если футуризм интересует. Если нет, то как бы, наверное, не надо. Недавно у него, кстати, вышел еще один мультфильм не полный метр, а где-то 20 минутный. Вот, но я не смогла от него добиться ни да, ни нет. Могу ли я его показывать? Поэтому извините. Вот, но может быть как-нибудь мы все-таки это организуем. И второй его мультфильм э, очень интересный, потому что он очень похож на литературное произведение. Э, почему? Потому что, во-первых, там божественный текст, и основное происходящее, что мы э, слышим, это текст. Это очень хорошо актерский прочитанный текст. Э, ну, давайте, ладно, спойлеры, что уж я начала рассказывать. Значит, э, история такая: некий э, автор сценария сидит у себя в комнате и пишет сценарий. И вот он в этом процессе абсолютного творчества. И он вот что-то рассказывает, он совершенно ничего не замечает, там как-то стучит в дверь, там, секретарша за ним все это дело записывает. И он все, что происходит вокруг, начинает вплетать в сюжет. То есть там есть некий герой, про которого он рассказывает, и вот, значит, стук в дверь, он такой, О -о -о! и постучали в дверь, и он начинает это отыгрывать, и он играет то за одного героя, про которого пишет, то за другого. И это вот такая как бы мастерская художника, очень круто нарисованная, и самое крутое, что сама, как бы, мы видим то, как рождается история, которую мы слышим. Вот такой Гаич прекрасный. Еще э, у него есть авторские работы, где он играет с материалом. То есть он берет, например, он очень любит ходить по разным рынкам, со старыми вещами, таким, по таким барахолкам находить какую-нибудь старую шкатулку, и дальше, отталкиваясь от материала, придумывает историю. То есть, например, что-то на крышечке, потом открываешь, там некая всплывает тайна, какая-то внутренняя суть истории. Вот. И вот такой многомерный человек, Гайчик. Хотели спросить что-то? Давайте, Давайте дальше пойдем. Если будут вопросы у наших зрителей, то они смогут задать после основной mm -hmm. части. Да. Мы дадим микрофон в зал. Хорошо. Да, и э, Гаича можно в этом смысле считать, наверное, таким папой сербской мультипликации, полнометражной как минимум. А теперь поговорим про бабушку мирового перформанса. Наверняка слышали про Марину Абрамович. Слышали? Слышали. Вот. Известна она в первую очередь э, перформансом «Ритм 0» 74 года. Э, самый такой, один из первых перформансов вообще, из нашумевших, наверное, вообще первый. Э, да простит меня, Инди Уорхол. Э, где она исследует природу человеческой вседозволенности, скажем. Она, э, суть в том, что она стоит, и рядом с ней лежат разные предметы, от опасных до безопасных, там не знаю, краска, нож, бритва, э, цветок, ну то есть совершенно какие-то такие вещи. Эм, и заявка такая, что вы можете делать со мной все что угодно, я не буду реагировать никак. И вот сначала люди проверяли, там можно ли ее там потыкать пальцем, можно ли ее там подержать за руку. И чем дальше шло время, чем больше люди понимали, что она действительно никак не реагирует, тем более жестокими становились э, действия. Кто-то там с нее одежду начал снимать, и она по-прежнему никак не реагировала. Кто-то вот на лице у нее рисовал, и она тоже не реагировала. А Кто-то на нее пистолет направил, заряженный. В общем, интересный был экспириенс. У нее, я подозреваю. А у людей, которые это наблюдали тоже, тем не менее, вот это такой. Эм, это вообще вот в 70-е годы было много исследований человеческой природы вот в, в, в эту сторону. Примерно в то же время же был эксперимент с охранниками. Нет, чуть раньше, чуть раньше был эксперимент с охранниками и заключенными, да, когда людей делят на охранников, заключенных и просто оставляют играть в эту игру. И что охранники становятся жестокими заключенные начинают сплочаться и так далее, и это не зависит от как бы, внешних обстоятельств. То есть как бы, что люди включаются в эту игру. Вот здесь тоже, чем больше ты разреш, разрешаешь, тем дальше человек готов зайти, даже если он, в общем, в других обстоятельствах себя бы сдержал какими-то социальными нормами и так далее. А когда можно, можно. Вот. И она, конечно, такая культовая в этом смысле фигура. И работала она вместе... То есть она урожденная сербка, а дальше она работала, в общем, по всему миру. И недавно был была как бы вторая часть второй ее известный перформанс, когда она тоже продолжая изучать человеческую природу приглашала просто пообщаться молча. Она сидела за столом и любой желающий мог сесть к ней и просто взглядом с ней поговорить. И вот это давайте посмотрим, это не так жестоко, поэтому можно. А вот этот вот проект Ритм ноль он. Где происходил территориально? Если я не ошибаюсь, в Париже. В Париже. thank you Обязательно. Угу. Это, ну, скажем, с ее стороны не спрогнозированная и никак не простроенная акция. Дело в том, что вот этот человек, который к ней подошел, это Илай, э, тоже художник э, из... Э, он тоже делал перформансы, и они вместе сотрудничали там на протяжении всех 70-х годов. И потом, когда они расставались, э, они договорились, что они пройдут э, с двух сторон ки Великой Китайской стены, Пересекутся в середине и больше никогда не увидятся. И 30 лет они, правда, никогда больше не виделись. И вот этот перформанс в присутствии художника то есть, как бы она как, как художник сидит и общается с людьми без слов, произошел в 2010 году в Нью-Йорке. И вот он пришел спустя 30 лет. И вот это та самая встреча. И спустя еще 7 лет, с 2017 года они снова сотрудничают. Вот. Я обычно каждый раз плачу, сейчас просто я не могу. Эпично. Да, да. Ну вот мне... И вообще она поразила весь мир в свое время, то есть она до сих пор это делает, именно тем, что она как бы через... То есть она исследует людей и исследует себя абсолютно вот прямо сейчас, прямо здесь, без каких-то ну, там, 70-е годы совсем. Наоборот, даже с подстрекательством. Ну, да, она же сама положила бритву, да, и, и пистолет и так далее. Сейчас она это делает несколько иными способами, более, скажем, спокойными. Тем не менее, вот, э в общем, кладя себя на алтарь, прям буквально, эмоционально, физически, вот, продолжает свою работу. такую. Но ведь это не литература. А весь мир текст. Защитный ответ. Хорошо. Нет, на самом деле, к вопросу о литературе. Здесь, ну, как бы да, я отмазала Гаича, потому что там есть текст, и там и он крутой с Абрамович. Я никак не смогу это отмазать, просто мне очень хотелось поделиться. А, вот. А плюс ко всему, современное искусство, в принципе, очень часто, ну вот если мы возьмем, там, допустим, даже просто Гарри Поттера. Гарри Поттер сразу написан. Просто, просто. Гарри Поттер. Просто. Великого Гарри Поттера. Давайте возьмем Великого Гарри Поттера. Голодные игры и вот кучу всего, там, из чего состоит современная там, массовая культура. Тем не менее, она культура и массовая и так далее. И это начинается с книги, но эта книга сразу написана так, что ее можно снять, по ней можно сделать игру, по ней можно поставить пьесу прямо тут же то есть есть э, современная культура в принципе как бы очень открыто взаимодействие с другими современная литература очень открыто взаимодействие с другими видами искусства как будто бы сразу на это направлено и вряд ли это продумано мне кажется что это как раз некая такая тенденция что все сливается в какой-то такой один большой котел поэтому можно считать что она тоже текст невербальный это же коммуникация это очень интересно конечно очень интересно. филологи умеют выкручиваться но это красиво правда это красиво вот поэтому ну просто очень хотелось поделиться а давайте теперь может быть кто знает каких известных сербов просто интересно из какой области кто Может надо как-то с микрофоном провернуть с микрофоном так кто кто знает да, давайте известных я, в микро... сербов? я в зал пойду А давайте хорошо Любых вопросов. Понимаете, руки могут самые... ходить. Ну что, вообще сербов никто не знает? Так, кого знаете, рассказывайте. Ой, Милован Глишич. Ты... А, Бориса Станкович, это 19 век. Угу. А, сербов из Сербии. Из откуда хотите. Ну, разумеется, тогда Петр Негош, uh -huh. а свидетель Николай Сербский. Uh -huh. Да, вот давайте я про Негоша скажу тоже, потому что, во-первых. Я пока в зале останусь, да? Да, вы пока там. Uh -huh. Не уходите. Снегашем, да, это я вот его упустила, а надо было бы, конечно, сказать. Это правитель Черногории, во-первых, во-вторых, поэт-романтик, в-третьих, религиозный философ и чем он только не занимался. И он написал «Луч микрокосма», который до сих пор очень многие литературоведы сербисты изучают, и там какое-то поле непаханное, казалось бы. Вот все время всем кажется, что сколько можно изучать Пушкина. Вот. Но вот что с Пушкиным, как бы там глубины невозможны, и всегда можно что-то найти. Также вот и Негаш для сербистики просто бездонный в своих смыслах, и там действительно от литературы до философии через религию там куча всего и огромное количество пластов. То есть он прям невероятного уровня для своего времени человек еще и успевал править страной и неплохо, ну то есть просто невероятного уровня человек, да. Последний что его наследник угу. Негош был последним религиозным правителем, поскольку его наследник уже не стал митрополитом. Да, да. И насколько я понимаю, возможно, как я читала, что это и входило уже в планы, собственно, Негоша, что он будет, он как бы он сам. Знал, что как бы, после него именно митрополиты mm -hmm. уже править не будут, будут уже князья обычные. Да, да. Ну и вообще это очень часто бывает, так же как, например, после, эм, ну потом, по большому счету после Савы вместе со Стефаном первовенченым, как бы дальше произошел упадок. Очень часто вообще в истории мы видим эту ситуацию, когда очень сильный правитель, как бы чья личность подготовлена там и его там, предшественниками, да, вот он до какого-то уровня доходит, и дальше как будто бы неизбежен спад. Это исключительно ощущение. Я сейчас не буду приводить статистику, я не знаю, но было бы, кстати, интересно об этом подумать. Вот. — Ну, какие-то были, особо... какие были особо бездарные правители. — Нет, Чемогурные, конечно, нет, не просто он был такого вполне. высокого уровня, да. что практически да. недостижимого, что каким бы молодцом ни был следующий, он был ну, бы хуже. — Да, да, да. Пере... Вот, вот перед ним был святитель Петр Цетинский. Да, вот тут они вот, кто, кто больше не скажешь. Угу, да, спасибо большое. Так еще кого знаем из сербов? Ну, мне кажется, я сейчас ошибусь с ударением и произнесу по-русски. Это поэтесса современная, Десанка Максимович. Или Максимович? Ага, Максимович, да. Вот Максимович. Вот я да. читала мне пару стихов, больше никого не помню. Ой, а вы откуда так много знаете? Я? Да. Просто, просто, просто знаю, читаю. Круто. Ага. Да, Десенко Максимович, ну можно так, чтобы прям бахнуть примерно уровня Ахматовой просто для сербской культуры, да, которая э, и лирические стихи писала, и на э, перипетии 20 века исторически отзывалась с очень большим э, даром и глубиной понимания, да. То есть, ну в общем можно, можно сопоставить. И они, кстати, друг друга переводили даже. Вот. Так. А Теслу кто-нибудь... Я понимаю, что мы про литературу должны были разговаривать. Смотрит на меня глазами страшно. Я сейчас озвучу ее мысль. Андрич, нобелевский лауреат, который был сербским дипломатом и писал... Он родился, кстати, в Травнике на территории Боснии и потом стал сербским дипломатом, писал э, крупные произведения, в основном у него про Боснию, где он описывает э, довольно давние времена, еще как раз османские или ранее австро-венгерские, с австрийским присутствием в этой области, «Травнинская хроника», «Мост на Дрине», э, и он получил Нобелевскую премию по литературе за роман «Мост на Дрине». Э, э, вообще много кто переведен, я предлагаю сделать так. Поскольку аппетит приходит во время еды, мы просто почитаем несколько цитат сейчас вместе. Если кому-то какие-то цитаты окажутся близкими и интересными, внизу будет написан автор, кого вам нужно почитать, и кто переведен, что вот вы можете там начать делать прямо сегодня. Вот, собственно, Андрич. Давайте я, если кому не видно. Прошлое. Усыпальница наших умерших чувств. Надо слушать легенды, следы вековых коллективных усилий и с их помощью отгадывать, насколько возможно смысл нашей судьбы. Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им истина. На звездное небо и человеческие лица нельзя наглядеться. Смотришь, все уже видано, перевидано, а не знакомо, известно, а не ново. Лицо это цветок на стебле, который зовется человеком. Цветок этот всегда в движении, выражение его постоянно меняется, на нем отражается то смех, то восторг, то задумчивость, которые вдруг сменяются бессловесной тупостью или оцепенением мертвой природы. Вот. Кандричу можно идти за э, размышлениями об устройстве мира вообще, если. Потому что, с одной стороны, он пишет про Боснию, и вы можете узнать много об истории Боснии, о бытии, о каких-то исторических перипетиях, о том, как было устроено общество, какие там были контролирующие австрийские посланники и, и какие были нравы, и как раз увидеть смешение культур и восточной, и западной, и местной своей славянской с одной стороны, а с другой стороны, на всем этом фоне все равно поднимаются вопросы, актуальные для универсальные проблемы, скажем так. То есть, э, часто говорят, что Андрич создал из Боснии некий микрокосмос, в котором действуют абсолютно все те же законы, что и во всем глобальном мире. Поэтому, э, если вы про глобальное и универсальное, вам к Андричу. Но Я правильно помню, что это э, именно в романе Мост на Дрине, да, там как бы... В самом не, начале. Не, не, не главный, нет, не главный, не главный гер... герой, какой-то человек. Да, да. А именно вот мост. И вокруг него все. Столетия идут, да. а мост mm -hmm. стоит. А, тут... Ну, я не знаю, я не дочитал роман, может быть, он не, как не как достоял можно? до конца. Нет, на самом деле, э, ну, он до сих пор стоит, можно поехать в город Вишеград, он там есть. Э, да, действительно, можно считать, что мост. Я бы не сказала, что он главный герой. Там есть несколько главных героев, и они все, конечно, совершенно не люди. Э, главный герой там, наверное, взаимодействие культур. Еще один главный герой это история с большой буквы, которая там, зачаст... с одной стороны, может быть изменена каким-то человеком, или наоборот, э, растоптать кого-то. А есть, и есть мост, да, который символ, который очень долго и мучительно строится, и вокруг которого, как раз вокруг вот этого единого дела, мы видим взаимодействие людей разных конфессий, разных национальностей, разного положения. И вот как они... Просто мост — это как бы причина того, что они так близко общаются. То есть не строя они мост, наверное, они могли бы как-то не решать свои конфликты, а так они не могут и очень долго он строится, дальше он очень долго стоит. Да. да, В общем, можно сказать, что да, мост, наверное, такой. Центральный символ, я бы сказала. Но это как минимум оригинально. Для этого времени... Ну почему же? Ну вот есть тошнота Сартра. Там главный герой тошнота. Примерно то же время. не понижайте а он. Я не знаю, может быть, я подняла Сартра. Да, да, нет, нет он, он очень масштабный и он очень разный, потому что даже если вам не очень интересно, скажем, какие-то исторические, очень подробные, сугубо балканские вещи, у него есть краткие повести, небольшие рассказы, очень наоборот как раз про людей. Там есть письма, есть какие-то просто небольшие истории поэтому просто он тематически довольно разнообразный, то есть можно сказать, что есть как бы Белградские повести небольшие, и это скорее про людей и их частные истории, хотя там тоже ну, вопросы все те же, да, как бы время идет, история меняется, а люди не очень. И есть крупные исторические произведения, которые в основном про Боснию и более универсального уровня. Так что каждый найдет что-то свое. Есть Бранислав Нушич которого ставили и ставят и у нас, и в Сербии, и вообще он прям был популярен еще при жизни и до сих пор э, популярен. И он, наверное, самый юмористический, иронический, местами сатирический, э, абсурдный э, весельчак. Вот, вот можно тоже его поцитировать. Подобно тому, как целые народы вымирали от чумы и холеры, латинский народ вымер от акузатив к инфинитиву и спряжения глаголов в перфекте. Я не смог выучить любовный урок и поступил точно так же, как поступил бы в подобном случае и в школе, то есть не пришел. Лучше уж получить прогул, чем единицу, думал я, не подозревая, что самое опасное в любви – это отсутствие одного из влюбленных. Очень, кстати, классное произведение, э, автобиография, в котором он много говорит как раз про какие-то школьные предметы, там высказываний в духе там, грамматики и какой-то физики, что физика, тоже сейчас я попробую вспомнить, что физика — это наука, которая объясняет вам то, что вы и так знали, так, что вы теперь больше это не можете э, осознать. То есть вы и до того были в курсе, что яблоко падает. А, так. Закончила автобиографию я описанием женитьбы, полагая, что после женитьбы у человека уже нет автобиографии. Помню, например, гипотенузу из теоремы Пифагора, как она меня измучила, как я над ней бился, и все равно так до сих пор и не знаю, что такое гипотенуза. Помнится лишь, это что-то такое, что равно сумме квадратов катетов. Мне всегда казалось, что гипотенуза — двоюродная сестра гипопотама. Вот. Так что если вам будет грустно, одиноко, осенью и холодно, возьмите какао и Нушича, и вам станет резко весело. А, ну, э, мой любимый. Можно, можно я добавлю пока да. про Нушича, пока Пожалуйста, мы не перешли давайте. к этому давайте, к этому пласту, так сказать, к этой бездонной фигуре. Я сдержусь. Хорошо. Я хотел сказать, что Нушич ставится в России, насколько я знаю до сих пор, много где. Даже я один раз попадал на постановку. Его. Да, 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 он идет, и он, он и у нас, и в Белграде, как бы вообще. Он актуален, потому что он, опять же, э, про людей ну вот как бы про людей и то, какие они неловкие, нелепые, смешные и в этом очаровательные. поэтому. Он... я лично попал на если я правильно помню, mm -hmm. не поправьте, если Хорошо. я что-то. Госпожа министерша называлась да. это произведение. Мне не очень понравился спектакль, но я угу. оценил его актуальность. Угу. То есть э, э, в том спектакле, который я смотрел, было очень много колорита того времени, угу. который в исполнении современных актеров выглядел несколько нелепо, ну, в, в той постановке. Да -да. Но сам замысел спектакля угу. крайне актуален для нашего времени, на мой взгляд. Да, да, вот его можно смотреть. Я смотрела в «Белграде». А я не могу оценить, на самом деле, я не театровед, вот. но, но текст прекрасный. То есть по большому счету, как бы это ни было, текст настолько сам за себя мощный, что в общем можно можно и не смотреть, можно просто читать. Он читается тоже очень легко, а даже если смотрите, то текст вытянет все, наверное. Да. Так. ну мой любимчик э Милорад Павич, я аккуратно сейчас буквально наверняка слышали. Нобелевская кстати, он так и не получил в 2009 году. Нет, не в 2009, в 2002. Его обогнала Эльфрида Илинок. Вот. Но, тем не менее, в 1984 году он написал роман «Хазарский словарь», который поразил весь мир своей формой. Это действительно роман и действительно словарь, который состоит из трех книжек, в которых даются данные про хазарский народ из иудейских источников, христианских, и исламских и все это абсолютно невероятно заваренная миксером перемешанная каша из э, правды его личного вымысла присыпанная цитатами из э, античных каких-то произведений из э, и еще подражанием средневековым авторам которых сам Павич изучал так что такая вот абсолютно э, невероятная смесь если кто-то любит такого рода Эксперименты, в том числе формальные, вот, то вам сюда. Если вы, наоборот, твердо стоите на ногах и достаточно реалистичный человек, не берите эту книжку в руки. Вот. И немножечко цитат для понимания: Один из верных путей в истинное будущее это идти в том направлении, в котором растет твой страх. Читатель находит в книгах то, чего не может найти в ином месте, а не то, что писатель внес в роман за свою жизнь мы не раз бываем в раю, напомним всегда лишь изгнание из рая. Даже если вы сами не суеверны и не боитесь, что вам перешла дорогу черная кошка, никогда нельзя точно знать, не была ли суеверной сама эта черная кошка. Приходи в 5.30, куда угодно, только не опаздывай. Вот последнее, наверное, очень характерно для его прозы. Куча его герои общаются приблизительно такими фразами и умудряются достичь какого-то определенного успеха в своей коммуникации и как-то даже встретиться увидеться странными путями. Да, То есть он такой хулиган тоже. Он особый мир какой-то создает в своей, своей прозе. Да, то есть у него в любом произведении есть некая основа, вполне себе реальная. Это может быть кусочек сербской литературы, это может быть часть реально известных данных там, про тех же самых хазар в хазарском словаре. То есть все, что известно про хазар, он взял и не исказил. Просто он сверху добавил столько своего собственного вымысла, что это выглядит как некая абсолютно новая сказка по мотивам. И как будто бы там даже эта история не просвечивается, хотя она там вся есть. То есть он всегда берет некий каркас, на котором выстраивает кучу своих эльфийских садов, грубо говоря, фантастических садов, на манер сербского фольклора или на манер каких-то древнегреческих мотивов. Вот, ну, то, да, то есть... считайте, что он, не знаю, берет свитер из носмаркета маркета разматывает по ниточкам, у него получается клубочек, он из этой самой нитки делает что-то совершенно иное. Вязаную корону он делает. Нитка та же, но теперь это корона. Как-то так. Ну, это действительно си -си сильный писатель, конечно. Да, и он крайне редко оставляет кого-то равнодушным. То есть он или очень нравится, или человек говорит: больше никогда я не буду это читать, потому что это все непонятно, нелогично и зачем они там все летают и водяные. Ну, кстати говоря, а вот, кроме хазарского словаря, что бы вы посоветовали? Я бы вообще советовала начинать знакомство с рассказов него прекрасные сборники рассказов и в рассказах видно насколько он ну, то есть, если прочитать хотя бы один сборник рассказов мой любимый страшный любим э, страшные любовные истории а рассказы очень разные но вы когда их прочитаете вы поймете его почерк то есть вот как бы один может быть мрачный другой может быть абсолютно какой-то водовильный третий может быть более-менее современный но вот это общее вы уловите и если это общее вам нравится дальше можно читать все вот если вам покажется что он выпендривается ради того чтобы красиво плести словеса во многом это тоже так и вам это не интересно и не близко то и не надо тогда вот. просто это вот как люди делятся на любителей толстого или достоевского вот люди делятся на людей которые любят Павича и те которые не понимают зачем он вот. он во многом экспериментатор он изучал а что будет если ну, то есть... Это игра такая. Абсолютная игра. Это игра и с читателем, с которым он разговаривает, его обманывает постоянно. Или, наоборот, предлагает поиграть в игру. Говорит, я тут пишу книжку, ее никогда не было, но давайте сделаем вид, что я ее восстанавливаю. Ну, то есть как бы он даже раскрывает карты, он даже не пытается обмануть, на самом деле. Такая мистификация, которая сразу открытая. Типа, я вас сейчас буду обманывать, давайте пойдем в эту историю. Или э, есть у него роман 2006 года Бумажный театр, в котором э, То есть, это такой роман с подзаголовком Антология современного рассказа, где 38, э, 38 рассказов, написанных 38 вымышленными им авторами авторами. И он это в говорит: То есть это антология рассказов, все авторы вымышленные, все их рассказы, очевидно, тоже. И то есть мы сразу знаем, что этих авторов нет. Но тем не менее, вот есть там би биографическая справка про вымышленного автора и его рассказ. И очень интересно наблюдать, как это перекликается, как вот эта вымышленная биография вымышленного автора отражается в его произведении. Вот это забавно. Хотя ты изначально знаешь, что все это не существует. Кстати, про бумажный театр сейчас рекламная пауза будет снова у нас. Я Пожалуйста. Потому что если пандемия нас всех не закроет, совсем уж по домам то через месяц в нашем центре будет выставка иллюстраций как раз к сборнику рассказов, да? Антология современного рассказа. К антологии современного рассказа «Бумажный театр Милорада Павича будет выставка иллюстраций к этому произведению. Да. Роман, роман, мы можем называть это романом. Это мой роман. Да. да. И Евгения будет немножко нам даже рассказывать про это дело подробно. Да, так что приходите, посмотрим иллюстрации, я сама их не видела, мне самой очень интересно. Ну то есть он все время играет, и это открыто, это всегда. есть, например, еще роман внутренняя сторона ветра, который небольшой, тоже можно с него тоже можно начинать вполне. это как бы две повести в одной. И вот только прочитав обе, понятно, в чем они перекликаются. А так, в принципе, их можно воспринимать как два отдельных произведения. И все, и это древнегреческий миф. То есть к вопросу о, о том, что... И вот когда ты дочитал, ты уже забыл про то, что это древнегреческий миф. Но потом ты вспоминаешь, проверяешь данные, думаешь, опять это он. Просто там столько всего другого, что э, уже не очень важно, что там изначально в основе лежит древнегреческий миф. Все, он настолько перевернутый, перешит заново, что мне в кайф, если кто-то такое любит, то, пожалуйста, самый главный хулиган и экспериментатор. Отлично вот. галочку поставили. Uh -huh. И следующий, который по формулировкам, мне кажется, именно тем, как, как он пишет сам язык, довольно близок к Павичу, но он как раз э, менее раздражающий, что ли, ну, то есть и более серьезный, наверное, который тоже обращается постоянно к там, сербской, в том числе средневековой культуре. И не очень любит, когда его называют последователем Павича, но как бы их неизбежно сравнивают, они оба пишут в похожей манере. У них у обоих есть довольно много фантастики. У Павича она своего рода, у Петровича она немножечко иная. Тем не менее, ну вот их сопоставляют, но важный дисклеймер, он сам говорит, что нет. Поэтому мы будем ему верить и говорить, что отдельный абсолютно писатель, никак не связанный с Пиларадом Павичем. Сделаем вид, что мы не знаем, что они общались и читали друг друга. А, вот, да. Значит, Горин Петрович. И он, кстати, переведен на русский язык. Вот здесь, мне кажется, был его портрет где-то. Или я путаю? Вполне может быть, но я так сейчас не, я не вспомню. Радует, да? Скорее всего, есть. Где был? Потому что да. он входит в серию 100 славянских Лучших романов. Да. И у нас, скорее всего, есть его портрет, но я не помню, где он висит. Да. И вот в серии вот этих: ну да, бело-голубеньких он выходил. Могу принести. Вы да. Пока рассказывайте. А, я, я, я пока схожу. почитаю цитаты отлично. А. Вот. Переменю род занятий. Полюблю кого-нибудь другого. Книги как губки. На первый взгляд они невелики по размеру, пористы, их ткань обладает способностью впитывать бесконечное количество судеб, даже поглощать целые народы. Какой толк от книги, если нельзя ничего добавить по собственному вкусу? Мне страшно, что сон может истончиться, что я из него попаду в явь, что тень реальности через эту щель может просочиться в сон, и тогда мне уже действительно некуда будет деться хотите верьте, хотите нет, но кто-то, может, американцы, а может, русские, там наверху поднял засов и открыл дверь, а может, окно, а может, заслонку дымохода. Откуда я знаю, что именно? Вы разве не чувствуете, что прямо из космоса ужасно дует? Вот. Нашли? Да. Ага. Даже есть его подпись на обложке, если я правильно понимаю. Да, 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 да. Смотрите, кириллицей пишет. Да. К вопросу о. Эта книжечка на дом выдается. Так что мы всех приглашаем в библиотеку <с> почитать. Да. Кстати, вроде как новый перевод готовится этой книги, насколько я слышал. Новый? Этой же? Да. А что Не знаю, не знаю. Интересно. Видимо, лю лю люди решили добавить к современности, может быть, не знаю. Это же 16-го года перевод. Ну ладно. Да. Вот, так что... Э, по-моему, по я закончила на Петрович. Да, я закончила на э, Вот, так что если кому-то какие-то цитаты понравились, то, пожалуйста, я специально подобрала тех, кто легко доступен и кого мы, вы можете действительно начать читать прямо сегодня. Вот, понятно, что как раз здесь вы можете найти э, и другие переводы, и Цернянский же недавно вышел, да, в переводе Елены Владимировны, э, дневника Черновича не в этой серии, да? Не в этой серии. Возможно, в общем, здесь конкретно вы можете найти и, и другие переводы более э, редких авторов. А, да, но вот, вот эти как бы широко известны, переведены и доступны в разных форматах. Так что так. Есть ли какие-то вопросы, может быть, у вас? Да, Или... я микрофончик могу дать всем желающим. А у вас? Давайте про Петровича поговорим. Давайте. Он же жив-здоров? Да. Так он современник, он прям очень жив, очень здоров. Прекрасен и бодр вот такой человек. В очках. Да. Просто эта книга, мне кажется, будет интересна нашим читателям и не только нашим читателям, а, в принципе, российскому читателю потому что это же такое прям погружение в мир литературы. То есть человек берет книгу, uh -huh. ну, я немножко буду спойлерить, но как бы с этого начинается книга, собственно, uh -huh. что он берет книгу и попадает в другой мир, в некий портал, uh -huh. где он может общаться с другими. Правильно я говорю? Да. Это же очень интересно. Абсолютно. Вы не Нет. находите? Я нахожу. Вот, э, почему, кстати, часто сравнивают э, и Петровича и Павича, потому что они оба внутри своих произведений очень много рассуждают про книги. То есть они оба, так называют, ну это можно так сказать условно университетского типа писателей. Это то же самое такой же университетского типа писатель Эко. То есть они по образованию филологи, которые хорошо знают э, там историю своей литературы, историю европейской литературы, знакомы с античным наследием. То есть как бы это вот всегда есть. Поэтому они так ценят книги, и они внутри своих собственных книг бесконечно рассуждают про книги, а постоянно обращаются к читателю своему собственному. Вот, пожалуйста, там цитаты, да, можно и там из, из одного и из второго. Половина крутейших цитат будут про книги, про чтение, про обманываться рады об литературу, правда, а не об любовь. И вот в этом как бы их родство и, и биографическое, и вообще сам подход. То есть как бы все их романы, они могут быть сколько угодно сюжетные, сколько угодно игрой с читателем, параллельно там будет в этой, внутри этой самой игры с читателем будет рассуждение о том, что такое книга вообще, зачем она нужна, и что книга отчасти еще это сон, который нас как раз уводит в другой мир и так далее. То есть это одновременно художественное произведение с саморефлексией автора на тему того, что я делаю зачем и что это такое вообще то есть как бы параллельное изучение вот если э, абрамович изучает природу человека то эти ребята изучают природу литературы внутри нее самой да такой честный подход к себе наверх э, создателю грез uh -huh. а при этом попытка найти ответ зачем я это делаю да, да. И, кстати, к вопросу и об игре и всяких цитатах, мне опять вспомнился Павич, но это неизбежно, это всегда со мной происходит. Как раз в бумажном театре есть рассказ, написанный неким русским автором, вымышленным, мы помним, где то есть идет некий рассказ, как читатель читает «Пушкинскую метель». И постепенно текст переходит в текст «Пушкинской метели». То есть вымышленный Павичем автор пишет про читателя, который читает Пушкина и попадает внутрь пушкинской метели. В доме, который построил Павич. Абсолютно, да. В бумажном театре, который построил Павич. Да. Да. А из э, наших современников, помимо Петровича, кого-то можете выделить? Так, чтобы переведенных... Тут, понимаете, но это в этом, сложно, это проблема, да. да? То есть да. я я много кого готова порекомендовать, но тут как бы проблема в том, что я порекомендую и что. Вот, ну, скажем, для меня ä, недавнее открытие это довольно новый автор. Он раньше писал колонки, вот недавно начал писать романы. Это Иван Токен у него э, очень простые истории такие вот очень простым языком написанные очень личные и одновременно опять же как будто универсальные то есть ты читаешь и ты во многом узнаешь себя эм, первый его роман называется самый обычный человек на, на свете. Вот. и там даже как бы в одном месте есть фраза когда он говорит да все нормально я самый обычный ничего такого ничего исключительного и вот эти какие то эмоции перипетии очень знакомые каждому и вот прям читаешь и сопереживаешь прям буквально на каждой странице но что еще интересно что каждая глава состоит из двух частей первая часть это описание фотографии из архива вот как героя. Он там смотрит на фотку, говорит, вот там типа папа держит на руках ребенка. Вот. И какое-то рассуждение, может быть, из этой фотографии выливается. А остальной текст — это некая, некий там, кусок его жизни. И в какой-то момент вдруг понимаешь, что эти фотографии, они не просто описание фотографии, это не просто пауза внутри повествования, а это то, что перекликается с основным текстом. Что взрослый герой, который рассказывает нам историю, он думает примерно, примерно то же самое, что думал вот этот маленький мальчик, стоя на поле с мячиком. И вот вдруг ты начинаешь понимать, что эти фотографии не просто какие-то закладки и паузы. А ты начинаешь это заново перечитывать, чтобы вот как-то связать это все воедино. Вот. А у него же недавно вышел роман "Собака", в котором весь мир показан от лица собаки. То есть как собака считывает человеческие эмоции. То есть в общем примерно те же простые истории, просто поданные с позиции собаки с ее уровня взгляда с ее вот там что там я бегаю между коленками мне кажется что эти коленки волнуются что-то такое то есть как бы другая точка зрения другая оптика вот на абсолютно простых довольно бытовых ежедневных ситуациях и вот в этом как бы тоже есть определенный э, кайф и интерес mm -hmm. кто еще из mm? Mm -mm. Mm -mm. Да, его, кстати, можно, я думаю, да, он гораздо более терпимый, чем какой-нибудь Селимович, например. Да, вот, кстати, Меша Селимович это боснийский автор э, середины 20 века, переведенного в роман Дервиш и Смерть э, такой модернистский роман э, о с таким глубоким психологизмом и внутренними противоречиями когда служитель церкви мусульманин, э, давший обед безбрачие, вдруг влюбляется и вот борется с чувством долга, с попытками заглушить то, что происходит, невозможностью это заглушить и так далее. Вот такой прям для меня он был вообще психологическим триллером, если честно. Меня прям ужасно это все впечатлило. И он довольно тяжелый. И вот его в оригинале читать практически невозможно, потому что он на боснийском языке с вот религиозной терминологией которую я по-русски-то не очень понимаю, а там она вся турецкими словами названа, и это прям тяжело. Вот. Из современных кого еще я бы назвала? Ну, мой любимый Ергович, который боснийского происхождения хорватский писатель, или боснийско-хорватский писатель, тут сейчас сложно со всеми этими... Эм, тоже, тоже, кстати, вышел в серии. 100 славянских романов. Да, я вышел, вышел роман, вот, но, к сожалению, mm -hmm. пока не переведен целиком Сараевская Мальбора, которая я бы, mm -hmm. конечно, всем рекомендовала как начало, потому что сборник рассказов. Вот, эм, да, вот. Да, но ну, можно его роман почитать? Он, он интересный, э, очень современный, э, задумывающийся, ну, как бы да, об истории своей страны и через нее, э, о мире вообще. Кстати, перекликается с Сандеричем, если я правильно понимаю, потому что это вот идея mm -hmm. объединения разных совершенно людей э, на какой-то теме, вот как они с мостом mm -hmm. объединились, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот uh, у Ерговича в романе "Глория и Накцельсис" вот у, у него прослеживается то, что там вообще разные эпохи даже. Mm -hmm. Под... Ну, я извините, что я рассказываю, но мне правильно. кажется, это интересно, mm -hmm. что три. Разных совершенно человека в абсолютно разных mm -hmm. ситуациях, в, раз... mm -hmm. в абсолютно разные эпохи. Mm -hmm. Там одна глава это одна эпоха, другая глава это другая, и третья это третья эпоха. Но как-то ты читаешь, и понимаешь, что это и все равно единый текст. Хотя они абсолютно в разных ситуациях, с разными вещами они yeah. сталкиваются, но видим, что общечеловеческое есть mm -hmm. в происходящих с ними событиях, что ты даже читаешь про 18 век, потом читаешь про 20 и у тебя mm -hmm. не возникает вопрос, а что ты здесь mm -hmm. делаешь, потому что ну как то но ну, и, и то люди, и то люди, и то, и то люди. Да, 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 абсолютно. И он как раз, он вообще ему характерно э, показывать очень разных людей. То есть как раз мне кажется, что он отчасти, как будто бы стремится разбить стереотипы. Ну, то есть в, в том же сборнике Сараевская Мальбара, где он рассказывает, как люди жили во время осады, и там вот эта осада, она абсолютно фоновая, ее как бы практически нет, просто вот люди живут в городе. И он рассказывает, что вот так живет сам хорватский человек. И он нормально общается с соседями, он им помогает, и они ему помогают. Или вот так живет там боснийский мусульманин в центре Сараева, и он помогает там сербской девочке или цыганской девочке. Или вот живет человек умственно лишенный, у которого там маму гранаты убила. Вот он теперь потерянный бегает по городу. Но как бы в этом получается все равно, вот из-за того, что это такие разнообразные истории, на выходе ты понимаешь, что вот оно все очень формально разное, а на самом деле одно и то же. Что все люди люди, что у всех людей есть слабости. Это никак не связано ни с их национальностью, ни с ни с чем. Люди- люди. И как бы они одновременно очень разные и очень похожи, и их не стоит делить так, как мы привыкли их делить. Это понятно, что это его боль и травма, и это то, с чем он хочет бороться потому что ну, вот как раз он из-за э, перипетии уехал, и у него во многих произведениях тоже проскальзывает, что он ни в Сараево уже не дома, ни в Загребе еще не, и он как бы для хорватов всегда будет человек из Сараева, а в Сараево он всегда будет человеком из Загреба, он такой человек вне дома, и, и вот он пытается преодолеть вот это навешивание, что как, как, как бы какая разница, в основном все одинаковые. Но это это у многих авторов это у, у того же ну вот есть классная книжка тоже я думаю что может быть ее как-то как, -то, как -то давайте переведем в конце концов всякая всячина. Мы любим тут закидывать удочки. Вот давайте, пожалуйста, переведем. Вот я переводчик, дайте мне, дайте мне перевести. Всякая всячина это книга переписка Ерговича и Басера. Басара, Басара — современный сербский писатель и вот они вот в таком абсолютно томе просто переписываются друг с другом. И они обсуждают вот эти вот вопросы. Потерянного дома, потерянного общего югославского культурного пространства, которое всегда было единое, а потом вот появились границы, появились какие-то политические решения, появилось поколение, которое выросло уже в разных государствах, которое как бы во многом считает, что это разные страны, и что это правда другие люди, и что все еще есть то поколение, которое считает, что это все едино, и что есть как бы наш язык. И вот мы на нашем языке говорим, вот мы с тобой сейчас переписываемся, и ты хорватский автор, я там сербский автор, мы друг с другом переписываемся, нет никакой проблемы, почему это разные языки, почему это разные культурные пространства, почему это больше не так прозрачно. И вот они рефлексируют много таких тем, и это страшно интересно, и они вспоминают там и молодость свою в Югославии. Это очень, опять же, на примере двух конкретных людей, на примере их конкретных частных историй становится гораздо понятнее. Те перемены, которые произошли на протяжении их жизни. При том, что они просто ну, как бы ведут диалог. И как бы внутри которого нет цели что-то кому-то показать, рассказать, дать портрет эпохи. Он просто получается из этого. Вот. Так что так. Это очень интересно, конечно, что вы сказали. Спасибо большое. Вам спасибо. Да. Я думаю, будем мы заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Было очень интересно. Надеюсь, что все наши зрители и в зале, и в онлайн-пространстве получили удовольствие от на сегодняшней беседы и для себя почерпнули что-то ценное, что-то, что позволит в жизни найти, может быть, какие-то литературные и общечеловеческие ориентиры. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Евгения, и всего доброго, дорогие друзья.